А в Манхэттенской картинной галерее Lloyds International открылась персональная выставка украинской художницы под названием «Искусство на свидании с модой». На вернисаже побывала наша съемочная группа. Владельцы галереи сами предложили Оксане Танасиев выставить ее работы. Но мы не ожидали такого интереса коллекционеров, искусствоведов и просто любителей искусства к творчеству Оксаны. Главная концепция этой выставки заключается в том, что я не вижу границ между фэшн, между модой и между искусством. В серии картин Couture Art художник использует рассыпные кристаллы Сваровски, ткани, блестки, бисер, то есть все то, что обычно используют дизайнеры одежды. В коллекции «Реинкарнация» Оксана Танасиев создала портреты знаменитостей в ярких красках на золотом и серебряном листе. Я пришла не только как подруга Оксаны, но и как почитатель ее таланта. Работы Оксаны Танасиев уже много лет сопровождают Нью-Йоркскую неделю моды. В мире искусства ее знают. Оксана Танасиев, я давно за ней наблюдаю. Это перспективная художница. Картины Оксаны Танасиев узнаваемы, у нее собственный стиль, что для художника очень важно. Выставка в Lloyds International Gallery открыта до 15 июля, так что желающие могут успеть побывать на ней и даже приобрести понравившиеся работы.